Друзья, привет! Вот новая тема. Приехал друг, ну, уже, судя по времени, давненько, и слава богу, что давненько. Попросил заполировать его новую старую машину. Я говорю, оставляй, как время появится, сделаю. Ну, и пока болтали, он попросил посмотреть, что он купил. Показывать я не буду, что он купил, но... И так он на меня обиженный уехал, я сейчас только понял, почему. Я говорю, вот у меня китайский толщиномер есть, давай посмотрим, что ты там напокупал-то у себя. Специально я сделал метки, чтобы потом было ясно. Смотрим, вот он. Пятерочку показывает, 4, 5, ну, неважно. Какие единицы измерения, что он показывает. Вот, и вот крыша, говорю, по разнице. Просто краска должна быть одна, одинаковой толщины. Опа, однерку покажет. Ну, говорю, капот крашеный. Все, товарищ, не бито, не крашено, это про тебя. Ну, оставил он машину и обиженный уехал. В смысле, обиженный не на меня, конечно, на жизнь. А о чем я, собственно, начал-то? Попозже я взял другой толщиномер, вот, помощнее. Толщиномеры не калиброванные, но это не суть, то важно. Вот 76 он показывает. Здесь именно в разнице суть. И вот смотрите, здесь он что покажет. 109. Все, здесь почему-то он железо показывает. И здесь, повторюсь, вот 85. Ну, может быть, чуть-чуть мешается это. Бумажечка. Чтобы измерения были в одном и том же месте, чтобы не говорили, что где-то я там на шпаклю нарвался или еще что-то. Вот, 110. То есть близко. Показания близкие, показания сходятся. Ну, крыша, само собой, это не капот, они по-разному стоят, по-разному красятся. Ну, чуть-чуть небольшая разница есть. Может, даже он вот сейчас он отполированный, может, поэтому даже тоньше стал. Вот, то есть, вот этот толщиномер показывал разницу 4-5 раз, а вот этот толщиномер показал, что они почти что близки, ну, там 90-110. Здесь отполированный уже капот. То есть, зря я его надул, что он крашеный, и поэтому будьте аккуратны, когда меряете толщиномерами. Это все-таки измерительный прибор, сделанный в Китае. Здесь подчеркну, сделано в Китае SE, вот хотя здесь написано, но видите, что он показывает. Я бы вот этот прибор вообще взял с собой для покупки автомобиля. Классная штука. А вот этот бы взял с собой тоже для покупки автомобиля, но чтобы знать, что я покупаю. А вот этот, чтобы сбивать цену. Так что придется звонить другу, говорить, что ошибся я немножко. Ну, сначала дополирую, потом, может, у него настроение получше будет и обрадую. Всем спасибо, будьте осторожны, не верьте всему, что показывают китайские приборы, перепроверяйте. Пока-пока.